60-е поэты в СССР собирали стадионы. Кажется, что эти времена давно прошли, но и сегодня искусство слова продолжает оставаться интересным для широкого зрителя и собирает концертные залы. В театре песни имени Рашида Бейбутова прошел первый творческий вечер молодого азербайджанского поэта Сахиба Мамедова. И кто хоть раз имел такое счастье здесь побывать, не вспомнит без любви твои всегда радушные объятия и бесконечность тюркской синевы. Ведь лона, где нам выпало родиться, определять не могут рубежи. Отчизна – неземельные границы, отчизна – безграничие души. Этой осенью молодой поэт из Баку опубликовал свой первый поэтический сборник и стал лауреатом международного литературного фестиваля «Лифт» в номинации «Молодой голос». Я считаю, что творчество, оно должно нести за собой какой-то свет. Оно должно сподвигать людей, вдохновлять на какие-то великие свершения, на благие поступки. Это смысл моей жизни. Писать стихи, выражать свои чувства, мысли. Он харизматичен, он интересно работает со словом. Несмотря на то, что он пишет на русском языке, в нем очень четко, отчетливо чувствуется запах Востока. То есть его стихи, как бы ты их ни читал, и в данном случае, в его случае, язык действительно никак не отшелушивает его корни и его национальную принадлежность. На мой взгляд, это очень-очень важно. Он восточный поэт, который пишет на русском языке, это здорово. Творческая встреча продлилась дольше, чем планировали, а зрительские аплодисменты звучали все громче. Поэт молодой. Но он пишет вот прямо оттуда, вы понимаете, у него такое самовыражение, причем стих у него льется прямо ручьем, ему не надо задумываться, он как будто бы разговаривает стихами. Он необычный, он нестандартный, неординарный, его подход к поэзии тоже вот совершенно иной. Вот мне очень нравятся его стихи, очень импонируют мне. Его стихи уже звучали в исполнении народных артистов и многочисленных поклонников в социальных сетях. Как рассказал молодой поэт, в его первый сборник «Пазлы минувших дней» вошло раннее творчество. В ближайшем будущем Сахиб планирует очередную публикацию. Останавливаться на достигнутом он не собирается. Лейла Курбанова, Галиб Багиров, CBC.